Федоров, Александр Кутаянов, город Красноярск. Первый раз выставляюсь в Питере. Вот привез три своих проекта в галерею, формат галереи. В этом зале представлена серия фотографий, которая входит в проект «Новое платье королевы». Это, в общем-то, по аналогии со сказкой Ганса Кристиана Андерсена «Новое платье короля». И все держится на том, что фраза о короле таковой. То есть в сказке два гильца или жулика шили платье из невидимых нитей и в оконцовке сшили, да ничего не сшили. То есть король так голым и оказался. Но в данном случае у меня модели обнажены, то есть съемка более как ню, но за счет того, что мы пользуемся светом, тенью, мы таким образом их одеваем. То есть все эти наряды, они на самом деле просто игра света. Съемка девушек закончилась в тот момент, когда я понял, что не делать, все равно картинка получается красивая, поскольку здесь еще есть красота самой модели девушек. Поэтому была нужна какая-то точка в проекте, и эта точка, в общем-то, оказалась вот в этой фотографии. То есть на этой фотографии, ну, по сути, это маленький некий сарказм в сторону индустрии моды. То есть человечество тратит много сил, энергии на создание каких-то проектов и зачастую они, но, мягко говоря, странные. Но а зачем это нужно сделать было, не совсем понятно. В следующем зале проект «Неонный мир». Проект «Неонный мир» намечен на хитрой бумажке, то есть, в принципе, это металлизированная бумага. Металлизированная бумага, она может быть, конечно, разной сегодня представленной пленки металлизированной. Бумага фирмы Splinter Plus. За счет того, что бумага металлизированная, она, соответственно, бликует, и при одном освещении получаются разные цветовые эффекты. По сути, да, все.